Всем привет, на связи Максим. Хочу вам сегодня показать три крана по добыче криптовалюты. Краны идентичные, делать их надо одно и то же, просто на каждом кране разная валюта. Это, значит, кран Box Bitcoin, Box Dogecoin и Box Litecoin. Box Bitcoin, то есть, как понятно из названия, это по заработку криптовалют. Регистрация здесь простая. Просто вводите сюда биткоин адрес свой и нажимаете Sync In. Заработок криптовалюты осуществляется выбором сундучков. То есть у вас открывается вот такой сайт, свой ваш кабинет. Нажимаете Select Box. И у вас появляются сундучки. Нужно выбрать один. Давайте вот этот. 156 сатоши. Здесь у вас после этого появляются две кнопочки. Либо забрать эти 156 сатоши. Либо сыграть еще раз. Но сразу говорю, если вы нажимаете сыграть еще раз, то есть 156 сатоши у вас уже пропадает. И будет то, что выпадет второй раз. Я нажму еще раз, чтобы продемонстрировать. Вот видите, опять эти сундучки. Вот уже открытый. И выбираем, ну, вот этот. 144 сатоши. Максимально здесь можно выиграть 277 тысяч сатошей. Вот он, они были вот здесь. Вот. Значит, после того, как вы второй раз нажали, нажимаете Next. Затем появляется капча. Такая вот. Выбираете картинки. Так, яйца. Подтвердить. И get reward. Все. Эти 144 сатоши зачислились на ваш счет. На данный сайт, как в принципе на все три, два остальных, можно заходить каждые 10 минут. И выигрывать. Также здесь реферальная система 20%. То есть 20% от заработка рефералов. И еще есть одна игра, но она дается позднее. То есть когда вы 20 раз прошли, то есть вот здесь уже у меня, видите, 3 раза я прошел, то есть 17 осталось. Вам дается еще одна бонусная игра. Здесь ряд сундучков, из них надо будет выбирать. То есть в первом ряду, во втором, третьем, четвертый и пятый. В первом, значит, будет один сундучок, где 0. Во втором 2, в третьем 3, в четвертом 4. В пятом 5 из 6. Пока вы не попадете на 0, у вас будут все эти сатоши прибавляться. Вывод здесь автоматически каждую субботу и воскресенье при достижении 5500 сатошей. То есть это можно посмотреть до того, как зашли. Здесь все написано. 5,5 тысяч сатошей. Суббота, воскресенье. Дальше, значит, следующий сайт — это Box Dogecoin. Здесь, чтобы зарегистрироваться, надо нажать Create Account. Ввести сюда свой Dogecoin кошелек. Нажать Я не робот, выбрать картинку, опять капчу. И нажать Registration. Так как я уже зарегистрирован, просто, значит, Sync In. Вводим Dogecoin адрес. Нажимаем Sync In. И вот мы попадаем. Тут все то же самое. Нажимаем Select Box. Выбираем. Мало. А, и нечаянно нажал забрать. Ну ладно, ничего страшного. Забрать так забрать. Также, видите, здесь максимум около 2000, по-моему, если не ошибаюсь. 2900 Dogecoin. Также нажимаем Next. Капчу вводим. Ждите. И get reward. Здесь вывод от тоже идет автоматически, если на балансе есть 100 Dogecoin. Также реферальная система 20%.
Ой, ну да, 20% от заработка рефералов. Также игра, также 20, но у меня тут эти две осталось. Здесь ты можешь узнать выводы. Вот я здесь просто уже давно не заходил сюда. Вот выводы были, все выплачивает, как бы все в порядке. Дальше следующий сайт, это Box Litecoin. Здесь все аналогично для регистрации Great Account, то есть кошелек Litecoin, я не робот и регистрация. Здесь вывод от 500 тысяч литош. Значит, нажимаем Синклин, войду. Все идентично, все одно и то же. Нажимаем Select Box. Выбираем 250. Маловато. Еще раз нажмем. Ну, вот эту пускай давайте выберем. 750 тоже. Здесь максимум вот 12,5 миллионов. Нажимаем Next. Также я не робот. Вводим капчу, блинчики и Ветреват. И уже добавилось. Также реферальная система 20%, 20% от заработка. Вывод. Тоже у меня тут был в мае. Ну, говорю, давно уже на эти. Я, честно говоря, забыл про эти сайты. Вот недавно что-то где-то увидел рекламу и вспомнил про них. Также игра. Это же. Ну, то есть все три сайта, все они аналогичны. На этом все. Если будут вопросы, мои контакты под видео, пишите ВКонтакте, Skype. Всем удачных заработков. Пока-пока.